Урыстыла губдира вчера министр Михаил Мурашко обснана пхгарача усру от пейплара куйхырылархуна, а медицина тфурма усру джавью ханыгайца анайус республикат хуфтурта датайт. Апсна губдира вчера министр Эдуард Быцпый, а хуфтурта ахаким хада Эрик Хатхуй ицна, а медицина тпуспорта тагыла заща зепшру гуартыйд. И халайд адат пхирургия ахушахем. Ищтез ачумазвитше и расшавит. Препараты, которые снижают уровень холестерина, понимаете? Понимаю, все дают. Ну что, курит? Ну, вы знаете, честно. Не знаю. Не знаю. Честно вам скажу. Не, надо честно, бросай курить. Да что, ходишь лечиться? Обещаешь бросить? Обещаю. Министр здравоохранения Российской Федерации. Анаю сирбейда интенсивт терапия ахуша усшауа. Республикат пхуфтурта хаким хадейрик хатхуа язгуитит. Хатулачы хачкчымазыра аштаха гуихчымазыра зморха пхадзыра ишаслаз. Обрезы айгуа яртына интенсивт терапия яту апалата. Агу дат пчымазыраква зму ауа амш ялагдзыны рыхоп ширгуатари рыхофтри мёппы сутария вадачы. Уэйзы ятаху ахуфку и маругу курылэ курфюпу басшакуги ариахрыхар таити гярт бара атахупа азгуитит. Хаким хада Эрик Хатхуа. Ятахуп зух хараку аппарат, ангиограф, ауа игу адаква гуасту. Убас гетып нерзыга задум стентирование хезишту, хагуагны ащаны гораты пахенагразы процедура. А хаким чарабью курыла уяхьяны шуксык ялагдзыны апсынын бюрстулапи ахуштурта корышка хирештует хыфю генериханы ачымызша. Михаил Мураш кубас гигует и тапхараку ахеми пургу аблоки, а рентгенографии, а компьютер томографии, а цифры рентген аппараты. Грусу расшечка. Аппарата чайгу ачысны псаханы чиду маругак. Урыстула губзирах вчера министр дахопшита схыра арала сатара за ариане мобилт машина. Больница в хороших сегодня условиях работает. Санитарные условия удовлетворительные. Мы видим, что пребывание пациентов обеспечивается, в том числе с соблюдением санитарного режима внутреннего. Специалисты, которые работают, они практически все прошли обучение и переподготовку на базе российских вузов и ведущих учреждений, что позволяет, в общем-то, технологии внедрять в государстве самое современное. Есть проблемы, которые нам необходимо решать, но в частности вот по детскому здравоохранению, по ряду вопросов хирургии. Часть вопросов касается, конечно же, и кадрового обеспечения в период наплыва туристов. Мы это ежегодно ставим в приоритет и направляем сюда специалистов. Вопросы эвакуации, поэтому сейчас мы на месте осмотрели все условия оказания медицинской помощи, обсудили ряд проблем. Ну и дальше будем делать определенную дорожную карту по реализации тех задач, которые необходимо решить для обеспечения качества и безопасности и доступности медицинской помощи. Михаил Мурашко, республика Тхуфтурта, ято поликлиника датайт. Уанза ярай нуски випшук сазы зыргылара азгуату хочту республика Тхуфтурта, а проект дахопшит. Михаил Мурашко, поликлиника джахаким чарусу чашыше хуглу элыка ауан хихатпу парага ус шыру аза медицина тфорума хуакур тагдзына, хтула джа ятаны юго урустпилот пи хаким ча бижуек. Дара чумас ша рыдырклон а поликлиника джа. Нам есть над чем работать, есть чем помогать республике, я имею в виду области торакальной хирургии, потому что она достаточно специфична, высокотехнологична, требует таких мультидисциплинарных решений, потому что один торакальный хирург, он вряд ли сделает, так сказать, решит эту вопрос, эту проблему. Необходима команда, команда заключается в нескольких специалистах, поэтому, конечно же, подготовка в этом плане должна быть, кроме хирургов, должна быть подготовленная команда, которая могла бы это сделать. Абасала форма усура ахуакур тагдыны урыстыла губзирахчыры министр Михаил Мурашко, а республикат хуфтурты аполиклиника их дыртайт. Налыш хендерей бхагуаста парле, апсу телеху апшырам.